Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Origins. Как вы помните, у нас открылись три дополнительные миссии, да? И мы приступаем с вами вот с этой. Застава Темнолесья. Но сначала я все-таки, наверное, возьму себе драконьего мага Фауста. Да, он у меня не прокачанный, но я хочу поиграть именно за него. Так, друзья мои, поехали. Генерал, необходимо как можно скорее отправиться к столице сумеречных эльфов. Последний из преданных злодейцев и офицеров готовит страшное и могучее заклинание, которое уничтожит все вокруг. Если его не остановить, он погубит целый континент. Ну что же, друзья, попробуем пройти. Не знаю, получится у меня это или нет. Победа была так близка. Угу. Это сумеречный эльф, судя по всему, лазит в какой-то библиотеке. Все было просчитано. Но на этот раз все будет кончено. Он уверен, друзья мои, в своей победе. Ух ты, Фауст, какой прикольный дракончик на самом деле. Слушай, ну прикольно. Ух ты, друзья, смотрите-ка. Ха-ха-ха, тут пантера. Опа, опа. Слушай, неплохо, друзья, мне понравилось. Так, ну что же, давай посмотрим, кто у нас тут. Сумеречный истязатель будет. И... тут же тоже сумеречный истязатель. Денег у нас 1200 всего лишь. Так, ну, я не знаю, друзья. Давайте попробуем, наверное, с лучников. С лучников мы начнем. Ой-ой-ой, у нас, кстати, две дорожки, да? А у врагов будет... ох ты, аж целых 4. Слушай, вот это вот здание мне не нравится. Мне кажется, что отсюда кто-то будет выходить. Может быть, конечно, это и не так. Ну что ж, давай поставим, наверное, сюда еще с вами, да? Немножко лучников. И вот сюда, наверное, я поставлю... погоди-ка, друзья мои. Наверняка здесь надо вот так вот сделать. Да-да-да, потому что враг наверняка будет пробегать. А нам этого не нужно с вами. Ну что же, посмотрим, как этот Фауст на самом деле хорош. Я не знаю, хорош он или нет. Поехали. Так, лишь бы мои лучнички меня не подвели. Так, Фауст, ну-ка давай посмотрим, что ты можешь нам предложить. Воу. Слушай, ну неплохо, но, друзья мои, как видите... Тихо-тихо, уходим. Они могут его просто-напросто сейчас расстрелять. Эй! Так, а что у нас, ребята, за супер вот такой вот удар? Я не знаю. Надо проверить. Воу! Мы поджигаем землю с вами, да? Слушай, это хорошо. Это очень хорошо, на самом деле. Так, нам нужно с вами как можно быстрее прокачаться, потому что, я боюсь, тут можно проиграть. Так, укреплять нужно своих солдатиков. Я не знаю, как нам это сделать. Так, ну-ка давай вот так вот сделаем. О, на пантерах уже у меня, смотрите, друзья. Вспомогаловка, это очень круто, кстати. Так, посмотри-ка, что творится, они уже сверху идут. Опа, деревья, замораживают их, оказывается. Будем знать на будущее. Так, что же нам сделать? Давай так вот молнию применим, друзья. От греха, как говорится, подальше. Так, это у нас сумеречный каратель, нам нужно ее уничтожить. Фауст, давай бомби. Молодец, с удара просто накрыл ее. Так, у нас с вами 592 монетки. Давай-ка мы, наверное, с вами прокачаем волшебных лучников. И вот здесь тоже. Значит, запомнили, вот эти деревья могут замораживать врагов. Так, значит, будем с вами еще устанавливать башню магов. Раз такое дело у нас, да? Смотри-ка, мы пока тут справляемся, но они пошли. Основная, короче, масса пошла по нижней дорожке. Ладно, мы их встретим здесь. Давай-давай-давай, бомбим. Так, у нас заморозка есть, мы можем ей воспользоваться. И, соответственно, вот так бомбить их. А, мы можем даже землю поджечь. Вот таким вот образом. Хе-хе, крутенько на самом деле. Мне нравится. Мне очень нравится, что мы с вами можем сделать с ними. Так, давай-ка мы, наверное, поток стрел здесь изучим. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы сможем справиться здесь? Сможем. Так, тут надо сделать вот таким вот образом. От греха, как говорится, подальше, друзья мои. Прокачиваем с вами нашего дикого мага. В обязательном, друзья, порядке это нужно сделать. Так. Тут-то как у нас дела идут, друзья? Дела идут не очень хорошо. Я бы даже сказал, совсем нехорошо. Но, тем не менее, мы справляемся здесь. Так, ты достал уже, а? Идет нахрапом. И пофиг ему на все, да? С удара просто. Молодец. Слушай, ну Фауст мне нравится. Я не знаю, друзья мои, как он будет себя вести при полной прокачке. Ага.
Так, вот это вот нам здесь не надо, вот этих вот выкаблушек. Давайте, друзья мои, бомбить их, жарить. Так, заморозочку, да, можно, в принципе, применить. Ать! Хе-хе-хе-хе! То-то же! Так, секунду. Так, дракончик, нам нужно с тобой что-то сделать. Давай-ка мы, наверное, вот сюда переместимся с тобой. И будем их бомбить. Куда же вы их телепортнули? Так, заморозили. У нас есть молния. Мы можем, в принципе, применить молнию. Давайте, наверное, так и сделаем. Вот так-то. И, наверное, будем прокачивать потихонечку. Что такое у нас тут, ребята? Кровавый слуга. Быстрые, безжалостные чудовища, выведенные сумеречными эльфами с единственной целью — выслеживать и убивать их врагов. Высокая скорость, высокий урон. Что-то похоже типа на кабанов, друзья мои. Где же они? Ага, вон они бегут. Ага, вот они бегут. Мы можем их, наверное, также заморозить. Но они почему-то вниз побежали. Но смотрите, мы их довольно неплохо уничтожаем стрелками. Замечательно. Тогда ничего не будем здесь делать. Вот мне нужен дикий маг. Желательно бы побыстрее. Так. Тихо, тихо, тихо. Тут мне совсем не нравится, что у нас происходит, друзья. Слушай, ну мне нравятся вот эти вот маленькие дракончики, которые поджигают землю. Слушай, довольно неплохо все это происходит. Так, у нас нет никакой суператаки с вами, чтобы мы могли вот здесь вот противостоять. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзья мои. Так, давай, наверное, мы сделаем с вами хранителей леса. Они сильнее всего, поэтому мы должны здесь справиться. Отлично. Так, дикий маг, я все на него никак не могу накопить, а? Ты посмотри. Все никак не накоплю. Но каратель минус, отлично. Так, а вот этих вот друзей я не жалую сюда, если честно. Эти мне, ребятушки, здесь нафиг не нужны. Давай, жги землю, пожалуйста, жги землю. Ой, как они хорошо получают урон. Отличненько, просто великолепненько. Так, ну что, хранители леса, я вас призываю к нам, как говорится, в помощь. По-моему, я никогда не прокачаю себе здесь дикого мага. Все время мне отвлекают какие-то нюансы. Так, бегут, да? Ну давайте, давайте, бегите, бегите. Мы вас сейчас тут... Опа! И здесь тоже... Опа! Ну и дальше мои ребятулечки здесь, я думаю, справятся, да, без проблем. Можем, в принципе, подмогу вызвать. Так, отличненько. Я думаю, здесь справимся мы. Ну. Так, я вот думаю, что бы нам еще с вами сделать. Ну, дикий маг — это однозначно нам здесь нужен, как ни крути. Надо будет ему еще скилл вот этот вот лесная жуть прокачать, чтобы он смог убивать врагов с первого, как говорится, выстрела. И, наверное, вот здесь тоже бы не помешало бы кого-нибудь поставить. В принципе, тоже мага влепить можно, да, друзья. Опачки! Вот это вот, друзья мои, нежданчик идет. Это идет нежданчик, это идет голем. Так, он идет по низу, да? Он идет по низу. Ладно, если что, мы его сможем заморозить, надеюсь. Или не сможем. Сейчас проверим. Сейчас, друзья, мы все это с вами... Мы его заморозили, отлично. Так, теперь, наверное, нам придется вот так вот сделать. Ядрить тебе на корень, какой он сильный. Он, друзья мои, очень сильный. Угу. Так, давай-ка вот сюда вспомогаловку поставим. Прокачка, нам нужна обязательно, друзья мои, прокачка. Да успокойтесь вы. Так, здесь, я думаю, справится, да, у меня наверху. Да, здесь наверху все отлично пока. Здесь можно дорожку вот эту вот, наверное, поджечь. Зачем я поджег? Могли бы и так, наверное, добить. Так, ну что, големчик идет. Я думаю, что он далеко не уйдет, а мы прокачиваем с вами башню магов. 325 монет нужно для того, чтобы прокачать нам лесную жуть. А что это за совет у нас? Сонное дерево. При активации это магическое дерево на краткий срок погружает всех ближайших врагов в сон. Ну, в принципе, я уже это и понял. Вот так вот, хоп, и они спят. Баньки, как говорится, всем. Так, лесная жуть. Давай, 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 нам нужно ее прокачать. Нам нужно, друзья, ее прокачать. Так, секундочку. Не слишком ли многое? Надо контролировать все это дело, друзья, потому что мы можем кого-нибудь с вами просто-напросто пропустить, и все, и это будет фиаско для нас. Так, вот сюда бы, знаешь, кого нам не помешало бы поставить? Естественно, естественно, нашего друида. И друида можно, в принципе, да, сделаем с медведями. Или нет?
Как думаете, кого лучше, с медведями? Или не стоит? Я надеюсь, здесь босса никакого не будет. Какого-нибудь главного генерала злодейцы здесь. Причем волна у нас девятая. Так, сумеречный мститель, а здесь истязатель и сумеречный голем попрет. Угу. Вызываем, друзья мои, вызываем. Ну, вот, вот. На что способен, ребята, дикий маг. Просто с ударом уничтожает. Жалко, что он так не может, наверное, сделать с големом. А мне бы хотелось, на самом деле. Так, куда ты пошел, а? Големчик, куда ты ушел? От ответственности не уйдешь, гаденыш. Я буду тебя бомбить. Бомбить до последнего. Так. Ого. Не перебор ли, дорогушенька? Так, по-моему, друзья, придется мне сейчас молнию активировать. Я тебе серьезно говорю. Потому что их тут слишком уж много пошло. Смотри, что происходит. Так, ну-ка. Вспомогаловку, конечно же. А голем-то все еще жив? Ты посмотри. Так, или же нам все-таки стаироса сделать? Давай, наверное, сделаем стаироса. Потому что, ну... Великие друиды мне уже, честно говоря, поднадоели маленько. Так, погоди-ка. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Я так не согласен. Друзья мои, голем... Голем этот все хочет пройти. Нет-нет-нет-нет, нельзя такого допускать. Стаирос, ты будешь долго еще копиться у меня там? Ну, минус, големчик, отлично, друзья. Так, а здесь-то не лучше. Смотри, кто прет. Ой-ой-ой, отойди, пожалуйста, Фауст. Сейчас они тебя тут раскромсают еще. Так, слушай, нам, наверное, можно, знаешь, что здесь хотел применить, а не получилось, друзья мои. Куда они разогнались так быстро, эй! Фига у них там скорость. Так, ну-ка. Обалдеть. Нифига, я не ожидал просто, что у них такая будет огромная скорость. Ну что, друзья, стаирос, громовые кулаки, наверное, прокачаем. Или же огненный орех. Давай огненный орех. И кулаки. Так, этих заморозим. Точнее, это не заморозка, это мы их в сон, друзья мои, вгоняем. Минус. Так, 12-я волна. Скоро финал, скоро развязочка нашей, друзья мои, истории. Громовые кулаки. Лишь бы они сработали бы у нас тут. Кулаки-то эти громовые. Поджигать будем землю или нет? Нет, пока вроде бы и без нее все у нас хорошо, да? Ага, вот это вот уже похуже, друзья. Здесь уже похуже. Давай-ка мы, наверное, с вами немножечко своих вот этих друидов-то прокачаем. Чтобы они были сильными, крепкими, да? Какими они и должны быть, эти друидики. Стаирос, ты будешь чем там делать? Я не могу понять, что-то ничего не делает. Бросай, как говорится, свой орех по ним. А? Отлично, шикарно. Так, друзья мои, усыпим. Усыпим. И прокачаем громовые кулаки по полной программе. Все. Так, а Фауст у меня, друзья, получил уровень, да, я смотрю, 6-й. Есть возможность даже 7-й левел получить. Но для этого он должен убивать противников. Должен убивать лично противников, чтобы левел у него подрастал. Нам нужен 10-й левел для того, чтобы посмотреть, на что он способен. Как бы все скиллы мы ему прокачаем. И дальше все будет видно. Так, поджигаем здесь земельку. Давай, жарь, Фауст. Всех тут жарь, никого не щади. Так, можно прокачать, наверное, поток стрел. Здесь у нас все прокачано по полной программе. В сон, спать, как говорится, никуда не двигаться. Орех. Вот здесь у нас прокачано все по полной программе, кроме лесной жути, даже не прокачано здесь. Это почему у нас тут лесная жуть не прокачана, я не понял, друзья. Такого не должно быть. Такого быть не должно. Обязательно нужно прокачать. Так, сейчас мы с вами это все сделаем. Замутим. Во, совсем другое дело. Так, этот, я думаю, далеко не уйдет. Мы его здесь все-таки подобьем. У нас есть сонное дерево. Эту компашку, нет, эту компашку мы трогать не будем. Мы ее так завалим. А вот эту, вот, скорее всего, будем уже загонять в сон. Будем загонять ее в сон. Нужно здесь, наверное, нам поджечь еще земельку. Вот так. И, наверное, бомбануть. Или здесь, или... Нет, наверное, вот так вот мы сделаем. Четенько все.
Просто на изи, друзья мои. А, это последняя волна, кстати, я вам хочу сказать. Поэтому чего мы тут расстраиваемся? Слушай, можно было бы даже уровень сложности, наверное, посерьезнее взять. Потому что, ну, не настолько здесь и сложно. Хотя дополнительные уровни всегда отличаются своей сложностью. Так. Ну что, наверное, усыпим их, да? Пускай они тут спят. Так, здесь мы поставим с вами лучников. Лучников, и пускай будут золотые луки. Вот так вот. Хе-хей! Так, друзья, ну что, нас с Тайростом бомбит. Причем довольно неплохо он нам помогает своими этими орешками. Смотри, дуф, урон довольно неплохой. Так, а вот это вот не нужно. В сон, естественно, засыпает пускай. Также мы здесь вспомогаловку. Оп, пускай они бомбят здесь потихонечку. Хе-хе-хе. Мы его только в сон и вгоняем, друзья. Он даже ничего сделать не может. Смотри, замедлился, еле-еле двигается. Куда ты там пошел-то, эй? Тебе все равно не жить. Так, тихо. В сон. Так, друзья, давайте бомбить этого голема. Я так понимаю, что это последний големчик у нас здесь. Ну. Давай, Фауст, переходи сюда. Кстати, он еще один уровень себе получил. 7-й. Ать. Не пробил маленько. Не успели чуть-чуть. Ну что, друзья, как вы понимаете, победушка, и это круто. Продолжить, давайте посмотрим, что там будет у нас дальше. Так, ага, куда-то мы продвигаемся, да? Угу. Вот сюда. Тут какой-то у нас собор или башня. Так, улучшение мы можем каким-нибудь сделать? По-моему, у нас все, друзья, прокачано по фулочке, да? Соответственно, мы ничего здесь не можем сделать. Хорошо. Переходим тогда в зал и давайте прокачивать. Так, ярость дракона. Очень неплохо, мне понравилось. Прокачаем. Так, жидкое пламя. Упадок. Хм. Руна телепортации. Ну что, я думаю, что, наверное, жидкое пламя мы с вами прокачаем, да? И немножечко вот так. Лишим магических сил наших врагов. Ну что, друзья, давайте попробуем. Окрестности Дюретхелла. Мы близки к цели, генерал. Нам удалось отогнать к городским воротам основную массу врагов. Банджнимену придется открыто сразиться с нами. Это наш шанс положить конец его замыслам. Ух, друзья мои, ну что же, попытаемся с вами как-то здесь противостоять. Здесь у нас будет босс, судя по всему, да? Так, сумеречный стязатель, каратель и мститель. В общем... Так, а у нас... А, две дорожки. Фу ты, я уже обрадовался, думал, одна дорожка, которую мы должны защищать. Нет, у нас еще и вот здесь вот. То есть сложность будет, да? Хм. Ну что же, давай начнем, как обычно, с наших лучников. Так, лучнички сюда, лучнички вот сюда. Также нам нужно поставить, друзья, подкрепление здесь, чтобы они сдерживали оборону, если что. Ну что, друзья, посмотрим, кто у нас тут. Что за враг, насколько крепок. Так, Фауст чуть-чуть у нас прокачанный. Это крутенько. Естественно, дыхание. Пускай здесь они горят все. О! Так-так-так-так-так, подожди, родной Фауст, отойди. Как они быстро нас расстреливают, такие мощные, что ли, они, а? В чем проблема, друзья мои? Ну, минус. Так, этих двух охламонок, я думаю, мы сейчас уберем. Так, расстреливаем их. Не смотрим на них. Так, сюда я поставлю, наверное, магов. Так, секундочку, что это вот тут? Обнаглели совсем, да? Идут и идут, думают, что им все положено и дозволено. Нет, 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 нельзя. Нельзя так делать. Так, ну-ка. Блин, неужели пробегут? Да нет, не должны. Все хорошо, друзья. Нам, кстати, здесь нужно как можно быстрее поставить друидов, хранителей леса. Или же прокачивать башни. Короче, варианты пока есть. Ой-ой-ой, что они творят? Так, сколько нужно? 300, 300 монет, блин. Дорого на самом деле. Ладно, попытаемся. Попытаемся мы с вами как-то это все замутить. Или же все-таки волшебных лучников поставить надо. Да, я, наверное, так сделаю, друзья мои. Ну-ка посмотрим. Слушай, медленно, мы медленно как-то разбираем его. Очень сильный противник. Так, ну здесь я предполагаю
Надо поджечь землю. И здесь, кстати, нет деревьев у нас, которые нам помогали, которые могли вгонять врагов в сон. Опачки! Смотри, что делают. Друзья мои, они пошли понизу. Я не должен позволить им пройти. Я тебе точно говорю. Основная масса пошла вниз. А у нас внизу здесь как раз ничего не стоит. Да, для вспомогаловки. Ну что же, придется нам использовать нашу, как говорится, молнию. Так, секундочку, там опять бегут. Ё-моё. Друзья мои, очень много врагов. Ну? Фаус, ты будешь бомбить или нет? Пока хорошо все. Ну что, хранители леса, естественно, друзья мои, по-другому и быть не может. Здесь маг. И все это у нас не докачано, не прокачано. Это плохо. Такого не должно быть. Так, хранители леса, я думаю, здесь справятся. Так, отличненько. Здесь нам тоже нужны волшебные лучники, друзья мои. Волшебные лучники здесь нам тоже нужны. Так, Фаус, давай-ка мы с тобой вот сюда переместимся. Потому что тут как-то слишком большое скопление врагов. Ну-ну-ну-ну. Что это такое у нас? Визгун. Оглушительный писк этих летучих мышей вгоняет в оцепенение самых могучих воинов. Летает и оглушает врагов. Друзья, вот мне этого только не хватало. Здесь еще и летучих мышей. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Мыши летучие. У меня есть стрелки. Есть. Слава богу, пока есть стрелки. Неужели мне придется молнию истратить? Нет? Или придется? Не-не-не, не пролетело. Отлично. Так, тут у нас... Ох ты, ох ты! Друзья мои, смотрите, что происходит. Надо нам сделать вот так вот. Лучники, лучники, господи, прокачивайтесь быстрее. Так, минус, минус. Вот здесь вот я бомбану все-таки молнией. Фух! Жесть какая-то. Но мне нравится, друзья мои, мне нравится. Так, здесь, наверное, мы сделаем с вами волшебных лучников. И еще у нас есть немножко денег для того, чтобы прокачать башню магов. Так. Бегут, да? Ну, я их встречу. Я их здесь встречу во всеоружии. Так, давай, давай. Сюда мы, естественно, будем с вами делать нашего дикого мага. Это однозначно. Хотя здесь, если будет босс... Слушай, я даже не знаю. А ведь он будет. Как пить дать пойдет. Давай-ка мы здесь, наверное, поджарим маленько земелечку, да? Чтобы они хотя бы получали урон. А то идут в наглую, как будто к себе домой направляются. Так, дракоша, смотри, что делает, а? Бомбят по тебе потихонечку там, а? Упырьки. Ну-ка, если мы будем помогать. Что-то я не понял, что-то они как-то идут. Слишком сильные. Так, тут еще и визгуны полетели. Друзья, визгуны. Ну, маг-то мой вообще отменно бомбит их. Так, а здесь голем. О-оу. Так, друзья мои, что делать будем? Големушка тут бежит. Это не есть хорошо. Я не знаю, ну почему ты переключился? Ты бы бомбила бы этого голема. Совсем забыл, что у меня тут-то нету никакой помощи, друзья. Тут никакой помощи нету. Нужно прокачивать мне моих этих воинов. Господи, чтобы мы здесь могли как-то с вами сдерживать их. Ну... Фаус, почему ты не бомбишь? Бомби давай, от тебя здесь все зависит. Ну не все, но очень многое на самом деле. Так, 160 монет нужно, чтобы эту башню лучников прокачать. Сейчас мы с вами сделаем здесь. Что-нибудь да замутим. Стрелки бомбят, да все как-то не туда. Так, вспомогаловка. Слушай, а врагов-то здесь что-то многовато. Там еще и визгуны. Эй! Друзья меня, по-моему, врасплох берут. Меня берут врасплох. Давай вот здесь вот подожгем. Мне нужна молния. Как можно быстрее. Фух, это было мое спасение на самом деле. Иначе бы они здесь прошли бы. Так, я не успеваю, друзья. У меня волна за волной идет. Что за фигня? Давай, 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 давай. Корни, я не знаю, что-то здесь нам нужно. Все, по крайней мере здесь прокачано у нас немножко друиды. Это уже хорошо. Так, здесь не хватает. Не хватает совсем чуть-чуть. Ладно, с визгунами, я думаю, вот эти мои справятся, ребятушки, здесь.
Они тоже у меня могут стрелять. Так что по воздушным целям нормуль урон приходится. Здесь подожгем землю. Вот так. Вот так-то оно будет хорошо. Смотри. Здесь поток стрел прокачаем. И вот так вот. Фух. Вроде бы немножко выровнялись с вами, да? Но опять же ненадолго. Опять же ненадолго, друзья. Так, тут убрали. Кто это еще у нас? Мститель-наездник. Наездники на жуках быстро и неотвратимо настигают свою жертву. Высокая скорость, высокое сопротивление магии, друзья мои. И может спешиваться. Так, он еще и может спешиваться, да? Ты куда пошел, родной? Далеко собрался-то, эй, парень. Че за дела-то, не пойму. Почему мои друиды не могут справиться с ними? Так, дело не пойдет. Сюда нам, походу, дело придется позвать нашего, как его, друида. Круг камней. Так, тихо. Круг камней, смотри, что делают. А зачем, на самом деле, я здесь поджег землю, если, как говорится, эти визгуны, им пофиг на все. Ой, друзья, по-моему, я зря сделал уровень сложности такой. По-моему, нас тут разберут сейчас. Надо было, наверное, все-таки полегче делать. Хотя, если мы с вами здесь простоим и продержимся, это будет круто, на самом деле. Так, он сейчас еще и спешится, ведь так? Да, он еще и спешится. То есть, вначале мы убиваем жука, да? Только после этого его начинаем бомбить. Хитро, ничего не скажешь. Так, нормуль. Тут мы опять ползет, смотрите кто. Два? Эй. На двоих я не согласен был. Жгем землю. Поджигаем землю. И, соответственно, бомбим. Магией. Друзья, блокируют мне сейчас все. Все башни мои. Твою же маковку, ты смотри, что происходит. Блин. Фауст, да... А, хорошо, что ты можешь вот так вот сделать, да? Грубо говоря, откинуть их. Откинуть этого голема. Давай вспомогаловку нам сюда. 160 монет нужно для того, чтобы прокачать дальше магов. Слушай, ну вот здесь вот неплохо же он бомбит. Дикий маг, очень даже хорошо. Вот здесь вот вообще никакой защиты нету. Почему я об этом так поздно вспоминаю? Я серьезно говорю, я очень поздно вспоминаю об этом. Так, и теперь еще 250 монет нужно. А сейчас пойдет следующая волна, да? Ладно, надеюсь, мы здесь все-таки сможем их уничтожить. Ой, смотри, как он силен в ближнем бою. С ним, конечно, лучше, да, в такие стычки не вступать. Фаус, давай. Да, вот и следующая волна, ё-моё. А я все с этим големом воюю здесь. Так, сумеречный еретик ползет. Сумеречный еретик, да, значит? Хм. Так, сюда нам поставить надо лучников, потому что у нас здесь есть чувачки, которые, да, имеют иммунитет к магии. Так, здесь мы землю в огонь, да? И вот так вот. Отлично. Пока все хорошо, пока все, друзья мои, под контролем. Золотые луки, пускай будут золотые луки. Фиг с ним, у нас и так вот обычных этих много. Метка охотника. Так, и вот сюда, кого бы нам сюда влепить с вами? Пока не знаю, друзья, пока не знаю. Ну, ой-ой-ой, вот это вот, кстати, может быть попадосом для нас, друзья. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Пройдут или нет? Если мы, конечно, здесь землю подожгем, да, предположим. Да еще подкрепление поставим. Может быть, как говорится, и сможем здесь продержаться с вами. Продержались. Опа, а это что такое? А, это мои золотые лучники, да? Пометили цель. Хе-хей. С удара накрыло. Молодец. Молодец, дикий маг. Так, куда он там собрался, а? Я не знаю, наверное, нам здесь придется еще одного стейроса поставить, да? Да что ж ты будешь делать-то? Как вас много. Как их много здесь идет. По всем фронтам. Ну, хотя бы так. Лучшего все равно я бы не смог сделать. Так, прокачка, прокачка, прокачка. Что у нас тут? Во. Алый приговор, да? Жгем землю. Жгем с вами землю.
Так, я надеюсь, тут мы с вами сможем продержаться. Эти... Слушай, они, по-моему, вот так вот идут. Они вот сюда вот вниз не проходят. Они вот делают вот так вот круг почему-то и дальше идут вон туда. Не знаю, почему так. Ну и знать, честно говоря, не хочу. Какая волна? Это, друзья мои, предпоследняя. Слушайте, скорее всего, здесь будет уже босс. Вы помните, да? Нам говорили, что один из поданных злодейц и прочитал какие-то там древние заклинания. Естественно, мы не должны позволить здесь чему-то плохому случиться. Нам нужно держать обороночку. Ну, что за голем? Что за паршивец такой? Там еще и сверху идет один. Так, размялись маленько якобы. Что бы нам сюда поставить? У меня... Ну, в принципе, нормуль. Давай-ка мы сюда поставим с вами солдатиков. Да, пускай они будут, как говорится, сдерживать хотя бы маленечко врага. Алый приговор нам нужно еще прокачать. Слушай, а что это у нас тут за фигня пошло? Одни эти, големы. Кстати, 15-я волна. Вот что я тебе хочу сказать. 15-я волна, жгем. Жгем землю. Бдж, взорвали к ядре нефини. Да, дикий маг знает свое, как говорится, дело. 300 монет нужно для того, чтобы прокачать вот этого вот дикого мага. Хедшот. Вот я понимаю, когда он хедшотит. Самое то для нас. То есть он с одной стрелы может убить любого противника. Так же, как, в принципе, и дикий маг. Что это вы? Что это вы тут делаете? Что тут вытворяете? Идут в наглую, да? Так, минус один голем, а тут еще двое големов. Слушай, неужели придется магию применять, нет? Так, подожди-ка, Стайрос, давай сделаем его. Опа, опа, опа! На самом деле, друзья, это очень не смешно. Давай-ка сюда перейдем маленечко, попробуем побомбить. Я не понимаю, я вот эти вот стражники леса, я им прокачал отхил. Почему они им не пользуются? Их все равно валят. Давай-ка вот так вот сделаем, да? Смертельные клиночки. Они здесь самое то. Хе-хе. Кстати, я боюсь, что после этого пойдет босс. Опа! Друзья мои. Ё-моё, это что такое? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, родные мои, жарим. Так, дракуша, уйди отсюда, потому что тут как-то очень... Все очень как-то плохо, они хотят... Слушай, она мне хочет завалить, по-моему, да? Что она делает? Она отхиливается, друзья. Она отхиливается. Слушай, я боюсь, мы тут, наверное, с вами пройти-то не сможем. Эй, она идет напрямую прям, друзья, напрямую прям идет. Ну-ка, вжариваем. Да как она отхиливается-то? Ё-моё, я не понимаю. Смотри, что делает. Неужели пройдет, а? Друзья, неужели они... А... Пипец. Ты смотри, что происходит. Она, скорее всего, друзья мои, пройдет. Нафига я такой уровень сложности поставил, а? Кто мне скажет, нафига я здесь... Идите сюда. Ну где мой дракон? Не, друзья, не смогу пройти я здесь. Мой дракончик. Ну, так, вот он. Фауст, давай иди сюда. Без тебя. Ну, хоть как-нибудь, ну, блин. Да зажарьте вы ее, ну, пожалуйста, ну. Не, друзья. Нифига не получилось. Ну-ка попробуем вот так вот. Как говорится, на дорожку. Да, это чудом. Сокрушитель многоножек. Победа. А, победите омерзительного банш какого-то там фигово. Да, друзья, на последних секундочках, вы как видели, я его прошел. Но это сложно было. Это очень было сложно. Я думал, что я на самом деле не смогу с ней справиться. Естественно, мне надо будет переиграть, потому что я на две звездочки не согласен. Меня только три устраивает. Но это уже, наверное, будет за кадром, друзья мои. Я уже сам как-нибудь попыхчу, но пройду. Так что, друзья мои,
На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!